Здравствуйте, товарищи мастера. И я так понимаю, что на первом боссе в новом ивенте у некоторых возникли сложности. Поэтому давайте его сейчас все вместе и разберем. В целом, критичного ничего нет, но советую поставить вам хила в центр, чтобы просто вам лучше было, удобнее лечиться, так сказать. И наш замечательный странный Тапир, у него есть фишка. Ульты наносят на 500% меньше урона. Однако, если вы 20 раз ударите его рукой, вы уберете данный баф с этого босса. Потому что при атаке с руки вы делаете, наносите ему дебаф, так сказать, и уменьшаете его урон к ульте. В общем, все замудрено, но тут суть в том, что в основном бейте рукой. У ульты, как бы дай бог с ними, они в целом не наносят столько, сколько они могли бы наносить. Почему хила в центр? Объясняю. С 4-го хода и далее плюс 3 наш прекрасный босс на 1-ю, 2-ю, 4-ю и 5-ю позицию наносит дебаф сна. Конечно, это можно затаунтить танком, но можно, конечно, и без этого. После того, на следующий ход после этого дебафа сна, Тапир сносит 1-й, 2-й, 4-й, 5-й позиции 99% здоровья. Для этого вам нужен хил именно в центре, чтобы у ваших всех союзников было 100% хп. И все, вся сложность заключается только в этом. Следить за здоровьем ваших союзников, не более. Выдумывать ничего не нужно, здесь можно, в принципе, не особо сильной командой. Второй интим, там, четвертый, пятый потенциал, потому что вот эти тапочки у меня примерно на таком уровне прокачки и находятся. Главное, пожалуйста, 100% здоровье. Желательно после того, вернее, перед тем, как вас ведут в сон или во время сна, использовать хила, естественно, и после снесения 99% снова использовать ульту хила. Здесь есть АОЕ с 6-го хода плюс 4, но оно не шибко-то больно бьет. Даже можно не уводить никого в защиту, просто бить, как вы бьете. Поэтому смотрите, будьте внимательными, следите за хп ваших союзников. Вот такой вот босс получился. Не шибко критичный, но почему-то есть на нем проблемы. Вот такой вот маленький, буквально двухминутный разборчик босса этого Тапира Топинамбура получился, вышел. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и удачных круток. Пока-пока.